французское слово саквояж обозначает сумку, чемодан, ларец, куда складывают все самое нужное перед тем, как отправиться в дорогу. Серебряный саквояж никуда с вами, конечно, не поедет, но там находится все самое нужное для автолюбителя. Прежде всего, автомобиль, место, где его можно вымыть, отремонтировать, ну и в конце концов улучшить. А теперь давайте попробуем заглянуть в этот ларец, полный нужных и очень нужных вещей для автолюбителя. В Урало-Сибирском регионе медведь непрошенный гость, а двери он может открыть только на себя. Здесь ждут только прошенных гостей, то есть покупателей, поэтому двери открываются от себя, а ларчик просто открывался. А перед тем, как зайти внутрь, еще раз окинем взглядом этот комплекс. Нами уже неоднократно посещаемый. И скажем, приятно. Приятно осознавать, что здесь вас ждут и как покупатели, и как владельцы автомобиля на сервис. Как опытный путешественник скажу вам, что в поездке вам главное правильно упаковать свой багаж. Ну, в данном случае саквояж. Ну, первое отделение серебряного саквояжа произошло все самые нескромные ожидания. Здесь очень плотно упакованы по вполне конкурентоспособной цене автомобили производства Nissan. Вот, допустим, Nissan Almera. По цене от 450 тысяч рублей. Так получилось, что для себя Nissan'ы мы открыли в 97 году в США. Вторжение в Россию этой марки уже произошло. И как всегда, без объявления намерений. Традиционная японская тактика. И потоки недорогих и доступных Almer давят на отечественный полуфабрикат всеми 98 и 116 кобылами. В варианте с двигателями 1.5 и 1.8 литра соответственно. Оригинальный дизайн и пространство в салоне микро – это уже легенда. А премьера – это более чем серьезная попытка прорыва в сегмент Е-класса из класса С. Но детальное знакомство вас ждет чуть позже. Познакомимся с услугами салона. На сегодняшний день становится все легче и легче приобрести автомобили такого класса, как Nissan. Для этого существуют системы кредитования. Системы кредитования, системы лизинга. Это практически все крупные филиалы банков города Магнитогорска. Лизинговая компания КРКД и автосалон «Серебряный саквояж». Также для персональных индивидуальных клиентов рассматривают условия рассрочки беспроцентный на определенный срок. Ну, какие сюрпризы приготовил серебряный саквояж к Рождеству, к Новому году, а затем уже и к христианскому Рождеству? Во-первых, хочу поздравить наших горожан с приближающимся Новым годом. И, конечно же, компания «Серебряный саквояж» приготовила подарки. Во-первых, это идет, скажем так, акция на автомобиле Nissan Almera, который стоит по цене от 15,5 тысяч долларов. И, конечно же, опять каждому покупателю индивидуальный подход. Бренд Nissan – это, пожалуй, премьера нашей передачи. Девиз этой фирмы – «Превосходя ожидания». Сервис и обслуживание фирмы «Серебряный саквояж» надеемся произойдут все ваши радужные надежды. Ну вот, к сожалению, моего тезки пока не видно, но он будет, обещаем. Количество высококлассных автомобилей уже в наличии здесь и сейчас, по нашему мнению, должно вызывать уважительные отзывы и клиентов, и конкурентов, как и шагнувший на новую ступень уровень сервиса, включающего в себя, естественно, хорошую автобаню с супервениками и мочалками, массажерами для вашей ласточки и опытным персоналом, в непременно студию тюнинга с аппаратурой любого класса, высококачественными материалами и профессиональными инсталляторами, диагностический бокс и автомастерскую. О двух последних грех не рассказать подробнее. Мы диагностируем, диагностика у нас есть К4 диагностика, МТ2 диагностика у нас есть. Диагностируют все впрыски, начиная от 8 клапанов и кончая 16 клапанов, даже двигателем 1.6. А вот эта магическая коробочка, это для кого предназначена? Ну, эта коробочка, она диагностирует машины фирмы Audi полностью, начиная от двигателя, кончая салоном, стеклоподъемником, автомагнитолы, Skoda, Fiat, BMW, Opel полностью диагностирует. Сначала подушка безопасности, АБС, все системы диагностируют. И поверхностные такие двигатели, это японцы, корейцы. Кстати, кроме диагностики наших и не наших, здесь устанавливают еще и автономные автоподогревы фирм Eberspächer и Теплостар.
О них-то мы слышали. А теперь о том, что видим в первый раз. Бокс для мойки и очистки колес перед балансировкой. И аппарат для замены тормозной жидкости. Шуршать металлической щеткой по легкосплавному диску, счищая грязь и топтать педаль тормоза, в то время как напарник следит за булькающей баночкой из-под детского пюре, в современном автосервисе не солидно. Но здесь есть еще кое-что для пущей солидности. Для постоянного клиента у нас разработана целая система скидок. Они называются накопительные, начиная с 5%, заканчивая 20% на все виды ремонта и мойки автомобилей. Ну а к Новому году мы можем что-то ожидать приятное? Обязательно. Для всех владельцев и автолюбителей автомобилей и автолюбителей города Магнитогорска у нас 10% скидка на обслуживание автомобилей. Так что если собираетесь в дорогу и вдруг возник вопрос, на чем, можно порыться в вашем большом серебряном саквояже.